У меня очень сильное искушение, мадам Сисина, задать тебе несколько уточняющих вопросов. Так. Столица Беларуси. Ё-моё, этот, сейчас скажу. Точно, они точно так же. Да? Да. Блин, ну давайте первую букву. Как в поле чудес давайте. И чтобы женщина сейчас вышла такая со шкатулками с тремя тут. К. Не Минск разве? Ну в Минске же есть буква К. Как ты догадалась, что Минск? Это что, это домашняя заготовка Сисина была, что ли? Так, ладно, что означает слово навзничь? Навзничь? Видимо, случайно как-то. Амбразура. А кидаться на амбразуру, это, видимо, что-то... Слушайте, вот амбразура, не знаю, что такое. Ну, на нее кидается, да. Сооружение, видимо, какое-то. Ну, давно. Да, это, ну, не знаю, что такое. Это дыра в сооружении. Ну, неважно, почти. А вот Мандельштам, Калантай, Бабель. Кто из них женщина? Калантай. В шоке. Питерские дети практически на 100% сказали Бабель. Хорошо. А что такое кутикула, Иннокентий? О, вот это да, срезало. Слушайте, я ведь знал. А кутикула это заусенчики рядом с ногтями. Правильно. Даже я это знаю. А хайлайтер что такое? А? Чем отличается хайлайтер от праймера, например? От бронзатора? Бронзатор, мне кажется, я знаю, что это такое. Что это? Это искусственный загар наносит. Нет? Правильно, правильно, молодец. Наносит искусственный загар. Я всегда знала, что он это делает.